Площадь Блюхера заполонили мыши. Но это повод не для паники, а для радости. Грызуны с головы до ног состоят изо льда и украшают новогодний городок. На его торжественном открытии побывал наш корреспондент Павел Игошин и его, получается, и наш тоже, новый коллега Глеб Гончар. Они расскажут вам подробности, что творилось на площади Блюхера в преддверии новогодних праздников. Вот тут остановка хорошая. Многие катаются с горок, многие на качелях. Очень много людей остается рядом с Дедом Морозом. Они сейчас то ли танцуют, то ли празднуют. Ну, они обязательно что-то делают. Я все-таки мечтал стать корреспондентом, и меня мечта исполнилась сейчас, зимой, перед Новым годом. Что ж, когда-то и я мечтал стать корреспондентом, и вот, как видите, мое желание сбылось. Спасибо тебе, Дедушка Мороз. И сейчас с телеэкрана я могу пожелать вам счастья и удачи в наступающем Новом году. А вот что желают школьники Центрального района своим близким, сейчас расскажем. Счастья, радости, здоровья, много всего такого хорошего. Что хотелось бы пожелать в этом году своим одноклассникам, своей учительнице? Учительница, чтобы нервы были все нормально, потому что у нас класс не самый дисциплинированный. А одноклассников, чтобы стали немного, дружнее, что ли. Быть дружнее у школьников получилось уже в этом году. Они участвовали в конкурсах и вместе играли на построенном новогоднем городке, который украсили ледяные мыши. Здесь можно погулять, посмотреть на скульптуры, отпраздновать елку. Усилили, скажем так, ледовое оформление, больше стало у нас на площади горочек, различных вот этих наших чаш для детишек, которые пользуются большим спросом. Больше и красочнее стало оформление самой елки. В этом году иллюминация у нас претерпела изменения. В вечернее время здесь очень красиво. Праздник для детей устроили сотрудники администрации Центрального района. При их поддержке Дед Мороз вручил детям сладкие подарки и отрисовал пожелания хабаровчанам. Добра, любви в семье, чтобы дети всегда были счастливы. С Новым годом! С новым счастьем! Присоединяются к пожеланиям Деда Мороза Павел Игошин и Николай Трохин. Смотри, Хабаровск.